Реализация инвестиционных проектов стала сегодня одной из тем встречи Владимира Путина с губернатором Рязанской области. По словам Олега Ковалева, несмотря на некоторые сложности, в ряде отраслей удалось добиться неплохих результатов. В первую очередь это касается аграрного сектора. Желание вложить средства в строительство новейшего молочного комплекса уже выразил один из крупнейших агропромышленных холдингов Таиланда. Подписано соглашение с тайской компанией CP Group. Где-то миллиард долларов они планируют вложить, 80 тысяч голов. Встречался. 40% прибавят по молоку они. То есть 400 тонн молока. Я с ними встречался в Петербурге. Да. Это крепкая компания. Миллиард долларов вкладывают в сельхозпроизводство. Прямо. Да, но с переработкой, Владимир Ильич, и что очень важно, мы договорились о том, что они будут половину молока, 400 тонн они будут в сутки производить, половина на твердые и полутвердые сыры, чего в России не хватает, половина на пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, что мы тоже не производим в России. То есть они никак негативно не повлияют, не усилят эту конкурентную среду на рынке обычной. В любом случае, это нехорошо, что тут будет усиливаться конкурентная среда. Но внутри же страны это же не импорт будет. Реализовали ряд инвестпроектов, направленных на импортозамещение. Реализован завод по производству биопрепаратов. В первую очередь это вакцины Ультрикс, которые не на зарубежных субстанциях, а разработки нашей и сами производят субстанцию. То есть противогриппозные. Да, и они уже работают, уже закупка ведется, и здорово себя показали.